Проблемы экологии и современные способы их решения обсуждали на этой неделе в Саратове, где на базе Технического университета имени Гагарина прошел форум «Экологический форсайт». В течение 3 дней студенты, представители органов власти, ученые и общественники дискутировали на тему переработки опасных отходов, очистки воды, снижения уровней промышленного загрязнения. Отходы, выбросы, сбросы в водоемы. Я бы еще назвал физические факторы, как шум, электромагнитные поля. Вот эти проблемы, они, к сожалению, не уменьшаются, а наоборот, научно-технический прогресс, он предполагает развитие и производства, и транспорта, но, увы, это создает негативное воздействие на окружающую среду. Ну вот и с этим надо бороться, и, собственно, в ряде проектов, которые вот сегодня, завтра будем слушать, в какой-то мере предлагается решение этих вот актуальных задач. Особое внимание участники форума уделили реализации национального проекта «Экология», который нацелен в том числе на эффективное обращение с отходами производства и потребления, существенное снижение уровня загрязнения воздуха в промышленных центрах. В рамках экологического форсайта были проведены научно-практическая конференция, всероссийский конкурс работ молодых ученых, круглый стол для студенческой молодежи и ряд других мероприятий.